Четко. 12:53. 12:53. На видео четко видно, что водитель, принадлежащий компании Ритм 2000, стоял на запрещающий сигнал светофора, соответственно, пропускал граждан. Водитель маршрутного такси, принадлежащий Исаеву, совершил наезд на стоящее транспортное средство путем того, что он отвлекся. В данный момент брал деньги за проезд у граждан. Он абсолютно этого не видел. Тормозной путь, конечно же, имеется, но это было уже в последний момент. Но он и сам это поясняет, не отрицает. С 73-го года он управляет транспортным средством, сам он 48-го года рождения. Говорит, да, отвлекся, действительно. В данном ДТП пострадало 4 человека, 3 из них получили легкий вред здоровью, это ушибы, ссадины. И женщина предварительно, перелом носа, скажем, какие еще имеет повреждения, на данный момент пояснить не могу. Пока доктора такую информацию не предоставили. Все пострадавшие пассажиры, да, маршрутного? Да, конечно, все пострадавшие пассажиры маршрутного такси, все они находились в самом салоне, слава богу, на переднем сиденье никого не было. Сами видите, повреждения серьезные получило маршрутное транспортное средство. Ну и у данного водителя 23.06.12 года было нарушение правил дорожного движения, это проезд под запрещающий сигнал светофора. Более грубых нарушений у него нет. На данный момент. Ну, предварительно будет проводиться проверка, и вина каждого будет установлена. Доказательную базу соберем, обобщим, сделаем выводы.